И всем привет, с вами Александр Навасов, и в данном видеоролике сегодня я вам расскажу о новом обновлении в Counter-Strike Global Offensive. Это запретная зона. Итак, ребят, welcome to the danger zone. И, в общем, короче, тут все написано. Ладно, это не важно. Тут можно все посмотреть. Окей, но сейчас не об этом, Сейчас я сначала расскажу о всем обновлении, которое добавил Valve, а потом уже мы начнем к обзору этого обновления. Так как видеоролик долгий, поэтому надо все уже рассказать. Поэтому поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Ну а я начинаю. Ладно. Итак, что здесь обновилось? Итак, как вы уже знаете, добавилась новая карта. Добавилась новая карта, называется она Black Side. Вы, наверное, уже знаете, смотрели у других ютуберов, но сегодня я именно поиграю на ней. Расскажу, что там находится и где можно спрятаться до конца битвы. Поиграю, возможно, ну, хотя я еще не играл. Я только что зашел в CS и понял, что обновление вышло. Ладно, неважно. Окей. Игра работает только на Prime статусе. Здесь. То есть его выключить нельзя. Или можно? Нельзя. Появилась такая кнопка. Тут можно выбрать даже из мастерской карту и выбрать там эту карту, поиграть с друзьями, например, потренироваться. Можно с ботами потренироваться. То есть все круто. Но. Итак, эта карта огромнейшая просто, поэтому мы сейчас о ней все расскажем. Но сначала маленькие самые обновления. Добавили новые скины. Новый кейс, который выпадает уже на картах. Ключ. Даже вот сейчас, вот он, этот ключ. Вот он, этот кейс. Ну, мне не так показывает. Ладно, вот он, этот кейс. Вот он, этот ключ от запретной зоны. Но новые персонажи, то есть новые костюмы персонажей. Теперь они какие-то в оранжевой какой-то форме. Давайте я проверю, например. Теперь можно даже тэшником брать М-ку. То есть если у меня стоял вот этот перс обычно, то сейчас стоит у меня, допустим, такой. Да, вот этот. То есть вот, такой, вот такая вот форма, и у всех она одинаковая, но тут как-то не прорисовано как-то неровно, ну да ладно. Здесь точно такой же костюм, но только персонажи разные, лица разные, но так костюм как бы одинаковый. Тоже такой же чел, и, в общем, так-то. Итак, вроде все рассказал, то, что новые скины вышли, новый кейс вышел, ключ к нему, новые персонажи и новая карта. Кстати, сзади тоже изменился фон. Это не я подстроил, это именно так сделано. Нажимаем здесь на эту кнопочку, она работает, и мы попадаем в запретную зону. Но еще я что-то хотел сказать, я забыл, что хотел сказать. Ладно, неважно. Ладно, начнем мы играть тогда уже в Black Side. Но если вспомню, я расскажу потом. Что-то я хотел сказать. Ну, неважно. Ладно. В общем, работает это все только на Prime статусах. Только на них. По-моему. Ладно. Все работает как в ММ. Если вы покидаете карту, то вас банят. Вот. Вас банят. И вот вы видите эту карту. Black Side, запретная зона. Ну, на ней очень много всяких разных домов, там всяких территорий. И я вам сейчас расскажу, где лучше всего спавниться и как лучше дойти до середины карты. Именно до середины карты надо дойти. Но карта всего лишь одна, и вот мы спустились уже, у меня глок и кулаки. Кулаки без ножа, именно здесь кулаки, можно драться, здесь можно бить вот так вот. И, ребят, я белый, я это понял по рукам. Ладно. И пока что я жду игроков, я могу пропиарить свой канал. Ну, а сейчас самое главное будет. Так, вот, то есть здесь можно лазить везде, абсолютно везде, на крышу, я не знаю, обходить здесь где-то, я, ну, просто запрыгивать здесь где-то. То есть, если правильно где-то уметь прыгать, ну, здесь не прыгает почему-то, потому что, наверное, здесь, ну, как-то не так сделано. Но это, вот, видите, так. То есть это никакой не мод, это новое обновление, сами проверьте в CS, обновите свою игру. Так, то есть сюда можно спрыгнуть, например, запрыгнуть в какое-то здание, пройти по зданию в доме.
в доме можно пройти по зданию. Посмотри в какие-то камеры, я не знаю, побить по камерам. Дальше здесь закрыто, значит, нам туда не пробраться никак. Пока у нас нужного лута не будет. Ну и, конечно, это как бы симулятор королевской битвы. И здесь нужно будет убивать врагов, как уже делают там, вот там вот, в углу. Ладно. Но самое главное здесь то, что здесь карта сужается с каждым разом. И поэтому надо, ну, все равно побеждать как-то. То есть нельзя там как-то брать и сидеть просто на месте. Так, все, матч начался, и я вам сейчас расскажу, точнее попробую. Спавнюсь я, сейчас все спавнюсь, тогда я, ну, например, я спавнюсь в трубах. Именно трубы — это хорошее очень место, и там можно спокойно, не оглядываясь назад, идти к цели, например, за лутом или за чем-то. Потому что если вы спавнитесь где-то в середине, то вы не знаете, откуда вас убьют. Или справа, или слева, или сзади, или спереди. Вы не знаете этого. А вот если вы прям на конце карты, прям там, поэтому смотрите, падайте. Поэтому сзади там никого нет. Кстати, ребят, в воду лучше не заходить далеко. Там убивает. Берем деньги. Так, дальше. Лут. Ломаем кулаками. Берем флешку. Не знаю, почему флешка. Пест должен быть. Еще один деньги. И я должен А, вот этот планшет. Я вам просто сейчас расскажу. Я не буду брать нож, потому что... Хотя я возьму нож, наверное. Я возьму нож. И вот у нас наш дрон полетел. Вот он синенький. Синенький, голубенький такой. Это наш дрон. Но надо спешить. Не надо стоять на месте на одном. И еще одна коробочка. Потому что если мы не успеем, мы просто не... Блин, опять эта фигня. Короче, мы должны успеть. Сейчас, вот он, дрон долетает. Что такое R? R — это где вы спавните заложников и всякие бомбы. Так, вот он наш летит дрон. И он нам скидывает синенькую коробочку. Мы ее ломаем. Так, и берем ножик. Ножик такой, как у меня. Но тут выпадает и стандартный, прикиньте. Просто на карте так валяются. Так. Но пистолеты мне дадут сегодня, нет? Вы чё? 100% где-то там уже взорвалась бомба. Уже какой-то знак, поэтому надо спешить, надо открывать дверь вот эту. Ой, здесь денег нету. Странно. Нифига здесь нет вообще. Ладно. Вот тут вот... Здесь кто-то был. Даже пистолет забрали. Алло, что за фигня? У меня Зевс. Глупость. Кто-то здесь был уже. И что мне теперь делать? У меня нет ни лута, ничего, только нож. Вот такая вот сложная игра, ребят. Так, пробираемся, пока нас не заметили, бля. Бежим. Лут. Блин, пожалуйста, лут. Мать твою. Ух, ладно. Сидим, ждем его. Он где-то там. На карте уже показано, что территории сужаются. Вот те вот эти вот фигни, вот эти вот красные. Это вот там, где сужается, и надо быстрее бежать. Надо уже быстрее бежать, потому что когда дойдет до меня, меня, в общем, убьет. Поэтому не хочу. Ладно. На крышу я не полезу. Надо брать лут. Вот эта фигня, вот она. Видите, она сужается с каждым разом. О, она убирается, серьезно? Лол, что? Нет, она берется, смотрите, как появляется. Ну, иногда сужается, да. Ну, ладно. Так, то есть нам надо успеть бежать, потому что это еще медленная фигня. Твою мать, меня валют. Ах.
Вот, ну блин, вот так мы заслили. Я не взял ни пистолет, ничего, потому что я не нашел его. Я просто не нашел его. Его, я 9 место, то есть играю здесь 16 человек, и это пока что было самое начало, то есть где можно спрятаться. Но, я вам сейчас покажу, уже с лутом нормальное все покажу, где можно спрятаться, потому что сейчас что-то не получилось, потому что в одном у меня появилось, флешка зачем-то, во втором у меня появилось зачем-то молотов появился, и потом я взял зачем-то Зевс. А где пистолеты, блин? Серьезно, блин. Это вот такой вот мой первый раз. Вот сейчас. То есть я не нашел ни пистолета, ни автомата, ничего. Просто взял и слился просто. Но там в магазине можно было брать пистолеты всякие, но я об этом что-то не подумал. Ну, блин, ладно. Сейчас, наверное, попробую еще раз поиграть. Так. Опять та же карта, то есть одна всего лишь карта. Хотя должна быть, ну, хотелось бы, чтобы было бы там две карты или даже три. А так одна и та же как-то, ну, немного скучно. Ну, да ладно. Окей. Ждем загрузку. Она у меня недолгая, так что, ну, у других долгая, у меня недолгая, потому что я уже прогрузился, установил. Так, вот здесь вот мне дается пистолет. То есть его я должен найти по-любому, но я почему-то его не могу найти. Это как-то странно, реально. Турель. Вот она, турель, я нашел турель. По карте, кстати, ребят, по карте раскиданы турели, и они вас могут убить. Это не игроки ставят, вы не подумайте, это не Team Fortress. Но здесь есть эти самые турели. Зачем они нужны, я не знаю, но я думаю, для того, чтобы убить игрока. Чтобы он выбыл, и все. Можно здесь покупать, я что-то об этом не подумал в первый раз. Здесь можно покупать пистолеты, ножи, но не все, конечно, оружие. Только из доступных здесь только пистолеты, береты. Здесь у нас есть премиум пистолет, это значит Дигл. У нас есть здесь пистолет-пулемет МП-9. У нас здесь есть ФАМАС, у нас есть здесь ССГ. Ну, то есть как-то так. Нож это, если здесь нарисован обычный, то у нас будет штык. Ну, смотря какого скин на нож. Шлем и броня это как всегда. Здесь просто есть комплект боезапасов. Это боеприпасы и патроны. Медшприц это типа ХП. Ну, вы уже, наверное, знаете это. Уже давно уже это обновление вышло. Где-то год назад примерно. Может, я ошибаюсь. Тактический комплект это гранаты, это у нас тоже гранаты и генератор радиопомех. Это помехи, чтобы вас не взрывали там и типа того. И остальное это дроны, улучшение дрона там, чтобы он быстрее летал, чтобы он там, ну то есть вы поняли, да. Так, я давайте спавнюсь вот тут вот, и я пойду прям на врага, попробую его затащить. Но если честно, я не знаю, если опять не выпадет ни одного пистолета, хотя должен выпадать пистолет. По идее вообще, то нормально. Ладно, там раскидало людей по карте, но ладно. 5 человек, должен быть 16, должно быть 16. Значит, один выбыл. Так, спускаемся опять на нашем парашюте, и я уже вижу врага своего. Убили мы одного кулаками, прям челлендж выполнен, ребят. Так, 15 хп, получается, мне сейчас надо взять, не знаю что. Давайте я возьму береты, потому что я хз, здесь есть вообще этой фигни или нет? Планшетик я могу взять другой. Так, дверка, деньги. Так, сейчас наши пистолеты прибудут. Еще бабло. В сумке забираем бабло. Так, флешка. Мать вашу, какая флешка? Что, издевайтесь, куда я буду бросать эту флешку? Нахера она вообще нужна? Так. Во. Я не выбил. Вот он, мой дрон. Погнали. Давай, кидай. Найс. Все, у нас есть береты.
И всего 11 патронов. Лол, что? Я что, зря... Ну и как раз я взял... Ну почему так? Ладно, с беретами будут. Я же ничего другого не могу теперь взять. У меня 15... А, ну у меня есть эта фигня. То есть с каждого игрока выпадает один метр штуки. То есть я убил одного, у меня два штука получается. Но у меня пока что 100... Сколько хп у меня? 115 хп. Найс. Погнали. Так, ого! Нашел я чувака одного. Заложника, берем заложа. И погнали, погнали. У нас бабло здесь дали. Круто. Я слышал кого-то. Минус один, еще один. То есть вот так вот можно играть. Флешка опять и один шприц. Окей. У меня два патрона, надо взять какой-то пистолет какой-нибудь. О! Полностью заряженный, лол, что? Шикарно. Глок полностью заряжен вообще. Даже с патронами. Перезарядки, это что? Такой же глок. Получен боеприпасы. Еще боеприпасы взял, окей. Вот. Ломаем, берем. Six enemies remaining. Так, окей. Осталось 6. Получается, на карте уже начала эта фигня делаться. И уже пропадают локации какие-то. Желтые локации — это мы. И поэтому с локации лучше не уходить. Так, мне надо в домик зайти. Получается. Мне надо взять... Не знаю. Надо... Здесь смысл в том, что вы ищете бабло. Любыми способами. Забегайте в дома. Ну, и ищите бабло. Так, в домике есть один. Ай-яй-яй-яй. Five enemies remaining. Что там творится, лол? Молоток. Молоток, лол. Four enemies remaining. Что? Меня взорвали чем? Я не понимаю даже чем. Шестое место, к этому какая-то бомба была. Вот. А как это? Ну ладно, ладно. Я двоих убил, у меня пятое место. Это уже хоть какой-то... Ну, хотя бы круто как-то. Но это мой первый раз, так что ладно. Я со второго раза пятое место. Первый раз у меня было девятое место, сейчас пятое место. Получается, я через сколько мест? Раз, два, три, четыре, пять... То есть я через 5 мест перепрыгнул аж. Это круто. Ищем другую карту. Я убил целых двух врагов. У меня пистолет выпал целый глок. С запасными патронами. Это круто, это реально круто. И я набрал лута, я вам показал. То, что игроки везде. Но сидеть лучше где-то в центре. Лучше в центре или в углу где-то. То есть с каждым разом вот эта фигня сужается, сужается карта, и все равно вы становитесь где-то в середине. То есть основная битва, там сколько, человека 3 останется, основная битва происходит в середине. То есть вам, хоть где бы вы ни спавнились, все равно вам придется прийти в середину, потому что вас просто карта заставит это сделать. Но сейчас я ищу другую карту, у меня она ищется очень долго почему-то. Ну я могу выйти, наверное. Не знаю. Да, меня выкинул уже. Окей. Okay. И сразу нашлась карта, потому что играют в нее сейчас все. Играют в эту королевскую битву сейчас все. Но это, наверное, ненадолго, потому что это скучно. И выпадает за первое место какой-то ширпотреб, кейсы, граффити и иногда кейс новый. Потому, ну вообще, это кейс можно продать, так что это круто. Например, продал кейс, купил какую-нибудь... шмотку крутую. Или, не знаю, игру купил новую. Это круто. Это реально круто. То есть люди сейчас играют для того, чтобы набрать кейсы. Когда кейсы упадут в цене, тогда уже будет не круто. Уже никто не ценит. Пока кейсы еще ценятся, новый кейс с ключами, люди продолжат играть. Блин.
я прям ненавижу. Как будто сейчас против меня играют реально глобалы. Тут или всех собирают, всех вообще всех, или я не понимаю. Потому что все очень сложно почему-то. И очень непривычно. Если там по БГ, там, например, Хэйзи, например, или там еще какая-то игра была. Если там ты играешь и понимаешь, что это за карта, то есть уже понятно. Ты можешь играть от третьего лица и хотя бы там осмотреться где-то. Здесь от первого лица ты играешь, и ты не понимаешь, куда идти, что делать. Здесь непонятная карта, потому что она новая. Я играю всего третий раз, и я на маяке. Хотя это вообще не маяк какой-то, а какая-то фигня. Но мне карта напоминает почему-то Left 4 Dead. Я не знаю, почему. Ой-ой-ой. Убил, да-да-да. Нифига лезть на мой маяк. Но на маяке тоже сидеть, наверное, ну, не круто. Потому что здесь могут убить с этого маяка. Да. Отсюда, наверное, могут убить. Короче, вот эта вот фигня сужающая идет отсюда, откуда-то, вот где волны начинаются. То есть дальше там карты нету. Вот как-то так. Ладно, третий раз давайте я последний раз сыграю, а потом поставлю саму оценку. На этот раз я где-то спавнюсь у радио, так как, надеюсь, там будет лут покруче, так как это середина самая, и, по идее, мне никуда не придется бежать. Ну, как бы да. Так, ну и самое главное, я должен зайти, получается, на это радио и не промахнуться, не уйти куда-то вдаль, далеко от центра. Ну, наверное, я не ошибусь, надеюсь. Окей, мы спрыгиваем, и вот он центр, сразу понятно, и вот там через... Но, мы сейчас должны бежать, и... Что такое, блин, почему я перекидываю туда на камень какой-то? Погнали. Пест. Да твою ж мать, как... Блин. Твою ж мать. Есть, я его завалил. Лол. Охренеть, я Зевса убил. А он еще бесконечный? Что? Ладно, карту мы берем. Он все равно только что вспомнился. Ну, конечно, обидно то, что ты берешь, так играешь. Твою ж мать, еще один. Он закинул в меня флешку. Погнали мочить его. Он убежал? Вообще убежал? Убежал куда-то челик. Он куда-то взял, просто убежал? Нет, он там. Или это дрон был? Так, я пистолет-пулемет возьму, ладно. Какой-то третий челик был только что. Я не понимаю, куда он убежал. Лол. Что? What the fuck? Что это было? Опа, я запалил, где он? А, это мой. Да, это мой. Ну что ж, погнали. У нас 22 патрона есть. И... Ой-ой-ой. А я тебя запалил, ты где-то там. Ходишь. Ну или кто-то ходит. Кто-то другой ходит. Окей. Еще карта. Ой, чуть не тем стрельнул. А, где руки? А я не могу это разбить. Все равно пушка не крутая. Ладно. Тут у нас сколько патронов? 24! Найс! Мы можем спуститься куда-то в подвал. Круто. Так, в подвале тут все как-то круто очень. Так, лута никакого нету. Дверки не открываются, окей. Видать, это все закрыто. Но я спустился куда-то вниз. И тут разломано. Получается, здесь кто-то уже был. И надо приготовиться стрелять. О, лут. А как я... А, я могу разбивать руками. Что-то я могу разбивать руками, что-то я не могу разбивать руками. Офигеть. Просто офигеть. Берем лут.
Просто нажимаем на E и все. То есть здесь ничего сложного. Ой-ой-ой, я кого-то услышал. Какой-то чел там спавнился, и я решил его убить. Погнали. Так. Здесь что есть? А, опять подвал? Окей. То есть по-любому вы придете к середине, то есть вы там не заблудитесь нигде. Так. Это я куда-то уже приземлился не туда. Так, здесь тоже разломано и глок. А здесь у меня юсп. Юсп таки у меня заряжен хорошо. Ага, я слышал кого-то. Спускаемся вниз. Я слышал кого-то вот там вот, на вот этой фигне. Так, здесь никого нету. Там есть что-то, но я туда не пойду. Я, наверное, пойду туда, потому что игроков осталось... чуть-чуть. Я на третьем месте уже, потому что я кого-то убил. Это круто. И эта штука начинает уже работать. И лучше от нее убегать уже. Потому что это не круто. Окей, там кораблик, ребят, кстати, где-то далеко. И почему-то мне напоминает эту напоминает это на карту корабль. Который вот вы знаете. Так. Ну мы идем, значит, мочить его. 30 патрон. Это вот достаточно, наверное. Да и лут у нас хороший. А, хотя у меня нифига не хватает, ну ладно. Надеюсь, там меня не завалит. Ого! Шо, уже все? Уже все? Уже здесь? Вот эта штука как работает она. Вот она вот так вот работает. Она вот так вот появляется. Там уже то, что вот то здание было, оно уже... То есть на карте его уже нет. Вот, там, вот то здание, вот я на него сейчас смотрю, вот его уже нет. То есть туда уже пройти никак нельзя. Но я лучше не буду там... проходить, вам показывать, потому что я... Так. New weapons are being introduced into the experiment. Пока я сюда попал. Supply drops incoming. Что? Здесь все разломано. Что? А где? Что? Six enemies remaining. 6 человек осталось, окей. А кого убили? Ой-ой-ой. Let's go, guys. Меня сейчас зажрет эта штука, которая... начала сразу прям работать. Это не круто. Так, домик есть. Патроны у кого-то кончились. Five enemies remaining. Four enemies remaining. Ай-яй-яй! Лол, что? Что? Нет! Пошел в жопу. Что? Как меня завалили? Как они там вообще оказались? Что за фигня? Пятое место. Я не понимаю, как так? Что за фигня? Просто как так? Они должны были убежать наоборот туда, куда-то. Они остались там. Ну ладно, ладно. Окей, ладно. Вот такая вот обновка, ребят. Если вам понравился данный видеоролик, обязательно поставьте лайк. И если на этом видеоролике наберется 10 лайков, 10 лайков, если мы набираем, я снимаю вторую часть того, как я буду играть в это. Поэтому, ребята, и всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео, и всем удачи, и всем пока.